все перемены чистоты и гигиены. Если ваши части тела выступают не по делу, если вируса, бактерии, не хотите представления, все, что нужно, подберу я в аптека.ру. В понедельник в Самарской области пасмурное небо, осадки маловероятны. Днем 13-15 ниже 0, ночью минус 15, минус 18 градусов. Западный, юго-западный ветер, скорость 1-3 метра в секунду. В Сызрани тучи, без осадков, днем минус 11, ночью минус 15 градусов. Западный ветер 1 метр в секунду. В Тольятти малооблачно, днем минус 14 градусов, ночью 15 с минусом. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. В Самаре облачно, днем минус 16 градусов, ночью 18 ниже 0, ветер юго-западный 3 метра в секунду, атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 85%. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.